Мы недавно с вами обсуждали мои аналоговые камеры со стройки. А теперь пришла та самая камера, которая прям супер крутая, мега крутая, и прям про которую я вам хочу рассказать. И ну что, мне пришлось вернуться в город. Сейчас я заберу эту камеру, расскажу о ней вам в городском режиме, потому что там у меня более нормально можно посидеть, пообщаться. Это же все-таки квартира. Вот. А завтра мы это с вами все смонтируем на стройке, и это уже будет жить там и радовать нас своими кадрами, информативностью и так далее. В общем, давайте мы сейчас с вами переносимся на почту забирать посылку. Эй, звук, звук. Вот так. ЛО-21-52. Спасибо. Ну чё, круто? Я, честно говоря, не ожидал, что она придет так быстро. Совсем недавно мне прислали письмо о том, что ожидайте, через 8 дней примерно она придет, и мне на следующий день, ну, я уже как бы и ожидал, и мне такая, хоп, приходит она вот сегодня. Посылка не мятая, все нормально. Потом мы сейчас до дома доедем, посмотрим, изучим, а завтра прикрутим. Итак, друзья, времени у нас совсем немного. Итак, вскрываем. Слушайте, в прошлый раз, когда я вскрывал те камеры, я ошибся вверх-вниз. Интересно, сейчас я ошибусь? Нет. Мы, как всегда, с вами не попали в правильное направление, открыли ее снизу. Друзья, здесь просто навалено все кучей. Кстати, коробка была нисколько не попорчена, как часто пишут в комментариях, что коробку всю ушатали в хлам. Здесь коробка была неплохая. Все, в принципе, стандартно, как это обычно и должно быть. Здесь штекер я уже изучил до этого. Здесь кнопка reset или кнопка перезагрузки питания и для нашего кабеля. И теперь самое интересное. Вот она, замечательная камера. Выглядит она вот так. Кто-то в комментариях писал, что одна из антенн была либо не припаяна, либо она была просто фейковая, то есть не настоящая. Это мне охота изучить и сразу понять. Нет, я смотрю, что оба провода идут к антеннам. Здесь есть громкоговоритель. Еще один момент, я заказывал камеру сразу с флешкой, и мне интересно, поставили ли они ее SD-карточку сюда. Небольшая инструкция. На ней все интуитивно понятно. Я думаю, что поддерживаемые языки английский. Камера подключается несложно, поэтому мы разберемся. Коробка уже разобралась, можно ее выбрасывать. Единственное, по размерам я думал, что она будет чуть больше, потому что писали, что она прям большая, но не сказал бы, что она огромная. Есть датчик освещения, есть инфракрасные прожектора. Также здесь есть прожектор светодиодный, то есть она, если не хватает освещения, еще дает пучок нормального света. И, по-моему, она еще на тревогу может срабатывать, также освещая улицу. В общем, давайте не будем, короче, томить. Давайте попробуем подключить ее к нашему телефону. Приложение я уже установил. Сейчас я вам покажу. Приложение называется вот так. USS-365. И сейчас мы с вами по приложению ее подключим. Питание сюда. Загружаем приложение. Обнаружена новая версия. В следующий раз. Ой-ой-ой. Please configure camera by AP hotspot or scanning code. Барышня, нам бы подключиться. А теперь добавляем новое устройство. Ну, скорее всего, это делается так. Я думаю, что это делается так. Интеллектуальная видеокамера. Кстати, что хочу сказать. До вскрытия посылки с этой камерой я попытался переключить свою Kirui на вот это приложение. У меня не удалось. Но, возможно, просто я что-то затупил. Сейчас мы разберемся, в этом ли дело. Потому что вот именно вот это все процессы происходили, дошли до 99, и мне сказали, что данная камера якобы не подходит. Не знаю. Сейчас мы это с вами как раз и поймем. Так, давайте я только придавлю чем-то. Ну, говорит громко, что-то долго подключается. Вот этот QR-код должна увидеть камера. Вот, и она за... Звуковой сигнал. Please wait for internet connecting. Да что надо-то? Какие умные оборудования нонче пошли на селе. Вот. Internet connected. Welcome to use cloud camera. Да-да-да. Итак, давайте коротенько пробежимся по настройкам. И в настройках имя устройства. Здесь мы можем поставить, что это у нас является. Вторая спальня, вход. Или самим напечатать, что это будет. Ну, я написал дом, так как это у меня, ну, дом. Дальше, часовой пояс. Я поставил Красноярск, потому что не стал заморачиваться. Но Красноярск соответствует, по идее, нашему времени. По-моему, надо уточнить. Так, переключатель устройства. Вот честно, это пока я не знаю. Устройство включить в определенное время, вдавать расписание. Нам это на самом деле не нужно, потому что у нас включено оно все время. Микрофон устройства включен, можно выключить. То есть получается, что вы будете всегда слышать, что происходит во время онлайн-трансляции. Его можно выключить там на экранчике, но можно выключить вообще в принципе.
Если вы сейчас выключите его здесь, то вам не будут приходить, наверное, стоит его выключить, то вам не будут приходить сигналы по звуку. Будут приходить только сигналы на движение, и камера будет записывать именно сигналы на движение. Наверное, это правильнее, потому что, когда камера снимает ветер, она тоже присылает тревожное сообщение. Этого нам не нужно, поэтому микрофон устройства выключаем. Тревожный сигнал это включаете, если вам появилось желание что-то оповестить настройки, то есть вы увидели, что какая-то там проблема происходит, и вы хотите внимание, вы нажимаете тревожный сигнал, сразу же камера начнет издавать сирену. Ночное видение автоматически, ну это так правильно, то есть она, когда наступит вечер, она сама включит ночное видение. Дальше, перевернуть на 180 градусов, это для того, чтобы ваша камера стояла, ну допустим, вы ее перевернули, и вам нужно перевернуть экранчик по-другому. Мне в данном случае не надо, у меня камера стоит стационарно, правильно, удачно, и поэтому все правильно. Интеллектуальное слежение – прикольная функция. Если вы ее включите, она будет следить за любым движением, которое происходит в кадре. Так, приватный обмен – это поделиться, то есть добавляйте члена своей семьи, ему будут приходить эти картинки с тем, что происходит, ну, по тревоге. Звуковое обнаружение – это тоже по звуку, это нам не нужно. Чувствительность к обнаружению, вот о чем я говорил, низкий, средний и высокий. У меня стоит средний, и она, ну, захватывает близко летящие снежинки. Это не совсем хорошо, но тем не менее у меня так. А зона обнаружения – это такой момент, то есть вы можете выделить какие-то определенные области. Например, вы охраняете машину у дома, вы можете ее отметить, и она будет работать только в режиме защиты именно этого места. Снимать его и так далее. Ну, в случае с такой камерой это не нужно, потому что камера двигается, эта камера умеет вращаться 360 градусов, поэтому ей такая функция не нужна. Если только у вас не конкретный объект, который вы охраняете. Дальше, настройка уведомлений. Здесь мы прописываем, нужны ли нам присылать уведомления, добавить расписание. Так, получение сводки каждые полчаса. Ну, то есть это для того, чтобы... В общем, здесь настраивается уведомление. По сути, я этой штукой еще не пользовался, мне она не нужна. Дальше вы выбираете, что это будет у вас SD-карта, либо это облако. Ну, я поставил SD-шку, потому что записываю на SD-шку. Кстати, заказывал я сразу камеру с SD-шкой. По-моему, я об этом уже говорил. И вышла она там в 300 или в 400 рублей, 64 гигабайта. Мне это очень понравилось, и я рад, что я взял с ней. А пишет она у меня не все время, а пишет только движение. То есть то, что происходит в кадре, этого достаточно. И вам советую тоже писать, будет хватать на прям на дофига ее. Так, записывать видео на весь день, записывать события, не записывать. И у меня стоит, что записывать события. То есть то, что происходит движение. Воспроизвести видео от карты накопления, либо с облака. Ну, так как у меня облако не подключено, я произвожу с карты, ну, с SD-карты. А между тем у нас утро, и мы едем с вами устанавливать камеру. И дождик у нас очень-очень-очень плавненько и очень тоненько сменяется на снежок. Так что скоро будут у нас беленькие, красивые видосы. Снегоход. Ну, то есть, вы помните, снегоход будет у нас скоро. Потом мы флюгер с вами полезем по сугробам ставить на крышу. Мне папа сегодня сказал: Денис, ты что, флюгер надо ставить сейчас? Я говорю: пап, ну дождь же, скользко. Он говорит: по снегу ты что, не соскользнешь, что ли? Я говорю: ну блин, ну а как? Ну, я его еще не закончил. Короче, мы с вами еще флюгер будем ставить в ближайшее время. Потом мы с вами будем делать. А, нет, давайте не буду спойлерить, чтобы вам было интересно. Сейчас тут скажет: вот балаболка, вот трепится. Пользуясь случаем, чтобы не пропустить наши видосы, я советую подписаться тем, кто не подписан. А кто подписан, друзья, вот не сочтите это за хамство, но все-таки, пожалуйста, нажмите вот на вот этот пальчик. Это очень поможет на развитию нашего канала. Вам с этого плохого ничего не будет. Вы только сделаете доброе, светлое, хорошее. А ведь что может быть лучше, чем нести в свет именно добро? Как завернул, а? Классно. Чтобы понимание было, мы сейчас вот на этот угол камеру-то и установим. Вон туда. Так, мы на кровле. Тут прям дует страшно. И я сейчас там вскрыл в самом углу минвату, она прям в лицо прям этим стеклофигнёй этой как дало. Сейчас первое, что мы сделаем, это я купил провод NUM, кабель NUM, 2,5 на 3 жилы. Сейчас я этот кабель установлю. Для этого мне надо шуруповерт и, собственно говоря, сам провод. Вот я сюда софиты поставил, так удобнее работать. В следующем году вот это все надо будет доутеплять. Этот утеплитель я еще в этом году, скорее всего, зимой уложу, как будет время. Пока у меня только одна комната утеплена, и то 10-сантиметровым слоем, она 25. Но не об этом сегодня. Пойдемте растягивать кабель. Нож? Хотя нет, вот этот лучше. Аккуратненько. Не повредить. К
кабель дорогущий, 70 рублей за метр. Это просто жесть, конечно. Я взял 15 метров, но этого должно хватить. Вот отсюда это пойдет. И приблизительно до того столба, до основного. Я вот не знаю, с чего лучше начать. Немало ли я взял? Да не, должно хватить. Должно, по идее. Так, нужна отверточка. Зимой, я помню, вскрывалась просто на ура вообще. Слушайте, как ветер дует. Где-то недели две назад у соседа крышу так смело. Но я вам показывал, по-моему. Наш камерун отличный. Сюда встает пока. А вот теперь нам интересно, докуда хватит зарядки. И зарядки нам хватает смело до сюда. Да, здесь я фиксану его. И он здесь никому мешать не будет. Для этого мне нужен саморез и шуруповерт. Есть ли что-нибудь недлинное? Блин, фига я коней набрал. Может, здесь что-нибудь есть? 100% здесь должно быть. Вот, вот эти два пойдут. Так, отлично. Еще раз проверяю, чтобы нигде ничего, контакты не соединялись, не шоркались. Все это очень важно. Проверяем, что это кровля. Важнее мест нет. И вот так, и все, и затягиваем. Так. Далее, у нас есть вот такие замечательные крепления. И еще я где-то брал такой небольшой молоточек. Так. Да, друзья, кровля у меня без пленки. Об этом мы уже с вами обсуждали не раз. Можете посмотреть по ссылке вот в этом видео. Я показал бы пальцем, где ссылка, но рука занята. Давайте промежуточно, потому что сейчас переставляться будем. Значит, две сделаю. Две будут держать пока. Так. Отлично. Сейчас здесь-то я вот это прикручу, мне кажется, без проблем. А вот как снизу прикручиваться, это уже вопрос. И главное еще ее не уронить. Ну, полезли, что, с Богом. Сейчас вам, наверное, нифига не слышно будет. Будет ветер заметать. Но посмотрим по ходу. Тут еще двумя руками надо это делать. Так. Вам 100% нифига уже не слышно. Что-нибудь видите? Потому что я-то почти нифига не вижу. Втыкаем его сюда. Ага. Так, ребята, это крайне тяжело. Но я должен это сделать. В любом случае. Ребятушки, это нечто. Ах, нифига себе. Весело, блин. Ну, второй саморез. Медведь такой. О, готов прикручивать. Следующий самзик. Для этого мне опять надо вынырнуть с этим шуруповертом. Сейчас его на руку одену, потому что я боюсь, что он у меня на машину улетит. Видно вам? Не знаю, что вы там вообще увидите. Опа! Слушайте, ну и погодка, конечно, сегодня просто клевая, просто бомбическая погодка. Я установил камеру, вон, видите, в том углу, в котором мы с вами договаривались. Я хочу сказать, что камера мне понравилась. И она намного круче тех камер, которые у меня стоят. Так, ну, я вам могу, конечно, сразу сейчас продемонстрировать. Конечно, будет сейчас притормаживать, но это будет доля секунды, это не так страшно. Но вы сами видите, вправо, влево, давайте посмотрим, что у нас там на поле происходит. Вот здесь можно предустановку поставить такую, смотрите. Будет называться огород. Давайте еще добавим какую-нибудь интересную предустановочку. Да, кстати, хорошая функция для того, чтобы вам сильно не заморачиваться с камерой, чтобы она автоматически ровненько и правильно вставала в необходимое вам русло. Вот картинка въезд. Нажимаю, и у меня просто камера автоматически сейчас переезжает на тот ракурс, который я ей задавал, когда нажимал въезд. Кстати, она говорит не очень-то и тихо. Смотрите. Да, немного подвисает, потому что у меня просто на телефоне интернет плохой, а на ней-то сейчас хороший интернет. Мы нажимаем вот сюда, переводим бегунок, и у нас включается наш видеорегистратор. Показывает, что она записывала вот в этот период времени. Она, видите, вот в таком положении она у меня осталась, и в таком положении она мне показывает, что там она наснимала. Я буду очень рад, если кому-то из вас это пригодится, если вы закажете эту штуку и повешите себе настройку, и, короче, да пребудет с вами сила видеокамеры. До скорых встреч, я отдыхать, все, давайте, пока.